фестиваль «Хрустальный источник» – это фестиваль не плановый, не запланированный, может быть, к сожалению, сверху, я имею в виду там Министерство культуры или правительство России, а это фестиваль, который родился, как я говорю, снизу. Это кинофестиваль популярных жанров, которые будут проходить в этих чудесных городах-курортах Кавказских минеральных вод. Это места, где я вырос, и это места, которым я, в общем-то, обязан тем, чем сейчас пользуюсь в своей профессии в театре и в кино. Выросший в этих местах, у меня давно была мечта сделать что-то для этих городов очень важное и необходимое в сфере культуры. Такой возможности не было много лет, потому что 90-е годы, вы все знаете, кинотеатры превратили, отобрали, в рынок превратили, отдали частные руки и так далее. Поэтому до сих пор там существует, конечно, по одному кинотеатру, может быть, в городе, но они находятся в достаточно таком плачевном состоянии. И только в этом году, в октябре месяце, меня пригласили на открытие кинотеатра «Дружба» в городе Ессентуки, который в 90-е годы был выкуплен, сделали из него рынок, и вот в прошлом году уже наконец-то вернули его народу, но это частный кинотеатр. И когда я увидел четырехзальный европейского уровня кинотеатр со всей инфраструктурой, с детским игральным залом, с видеокамерами, чтобы можно было детей оставлять и смотреть взрослое кино, кинобар и так далее, и так далее, я понял, что настало время объявить о мечте сделать здесь кинофестиваль, чтобы каждый год в определенное время, самый горячий сезон, проходил фестиваль популярных жанров кино. У нас действительно будет очень насыщенная и объемная программа. Помимо конкурсной программы, мы планируем огромное количество внеконкурсных показов, информационных, специальных показов. Обо всем понемногу. В конкурсной программе у нас участвует 11 фильмов. Программа сформирована исходя из следующих критериев. Во-первых, это фильмы зрительские и жанровые, поскольку у нас фестиваль жанрового кино, поэтому у нас есть и комедии, и фэнтези, и военное кино, и драмы, самые разные. С другой стороны, мы не могли не учитывать культурный код места, где проходит фестиваль, поскольку это тоже очень важно. И с третьей стороны, для нас было важно, чтобы фильмы, участвующие в конкурсной программе, они не выходили в широкий прокат, и у них не было показов в Ессентуках.